Бонжур, дружище, опять Олежа, опять новые локации. Да, сегодня вот не так жарко, есть какие-то облачка, всего лишь там 28. Вот, считай, что это самое, повезло всем. Вот, решили выехать на культурную программу. Вот, нашли, значит, этом самом в местном вот таком вот каталоге достопримечательностей. По музей, микрокосма, да, вот тут как бы показана природа, чего там коллайдируют, чего ускоряют, ну, вот тут люди ходят, фотографируются, всякие такие интересные девайсы стоят, вот по этой трубе, наверное, все это коллайдируют, эти частицы там бегут туда-сюда, короче, мы парканулись вот там вот, у нас машина зарегистрирована, парковка на халяву, но мест нету, вот одно нашли, единственное. Как всегда, фартануло, Лежа там вынырнул откуда-то, и сектор приз, вот, а здесь, короче, уже начинается restricted area, ну, вот, тут уже вот такие знаки, сейчас тебе покажу, проходил суровый дядька в черном костюме с майкой там какой-то, вот, сказал, no enter tape, вот, короче, значит, все, визитерам не ходить, а там вот какая-то такая... Такая тема вот такая интересная, вот, хотелось бы до нее дойти, но видишь, к сожалению, да, restricted area. Так что вот, можно там побродить внутри, посмотреть всякие инсталляции, вот, всякие проекции и так далее. Так что вот, я тут уже был, пацаны там тусуются, вот, я тут на свежем воздухе, пишу тебе видосы, так что давай не скучай, вот, хорошо тебе провести выходные. Ну вот как чего, еще чем-нибудь порадуем, давай, руар.